Утром в понедельник на автодороге Ковров-Шуйки-Нишма произошло ДТП, в результате которого 3 человека погибли. Водитель, управляя автомобилем Рено Сандеро, двигаясь из Иваново в сторону Кинишмы, не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение сначала с автомобилем ВАЗ-2110, затем с ВАЗ-21099. Водитель и 2 пассажира десятки погибли на месте. 6 человек из других транспортных средств госпитализированы в медицинские учреждения Вичуги и Кинишма. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. У всех водителей взята кровь на исследование.